Вот такую ямину сейчас вымахали. Целый день копаем, ходим по лесу, и тут на тебе. Я такую лопату забиваю. Ну не смог, конечно, себя сдержать и кричу: золото! На весь лес. Так потом так тихонечко: золото, потом так: золото. Сейчас будем расчищать. Вот такая яма колоссальная. Вот оно лежит, не знаю, видно, не видно. Значит, что мы хотим? Мы сейчас, конечно, будем расчищать, мы будем показывать. Ну хотя бы все рассказывают, что они шарлатаны и все остальное. Мы говорим: пожалуйста, дайте нам хотя бы 100 тысяч лайков, мы вам покажем все, что тут будет лежать дальше. Потому что нам нет мотивации все рассказывать, показывать, если вы даже не можете нам лайк, вам тяжело поставить. Поэтому, коллеги, сейчас буду расчищать, обязательно постараюсь включиться, посмотрим, конечно, как пойдет, что там будет дальше лежать. Жарко просто очень сильно. Ну, я скажу вам честно, что это, конечно, на сегодняшний день превзошло все ожидания, потому что мы работаем по карте, которую нашли немецкого фашистского генерала. Очень интересно, там показан ряд разных мест. Мы уже сделали привязку к германским картам Второй мировой войны. И сейчас уже вот сегодня целый день искали, ездили это место, нашли. И, конечно же, ну, сейчас я буду расчищать и вам, конечно, покажу, что там будет дальше. Лучше расчищать. Три еще не сказал. Раз, что? Раз, два, три. Да я могу вообще с тобой разговаривать, Кумы. Я вообще раз, два, три. Сходил сейчас, взял такую классную лопаточку. Буду ей расчищать. Вот так поставлю сверху камеру. Надеюсь, будет видно. Так аккуратненько, потихоньку расчищаю. Кусок большой, похоже. Сейчас буду показывать. Вот он так лежит. Сейчас буду его потихонечку расчищать. Корни мешают, в корнях прям корни его оплели. Сейчас вот так потихонечку вычищаемся. Ну, класс, конечно. А о, огромный, слышишь? Да я сам офигеваю. Сейчас посмотрю по толщине. Какой он толстый. Сейчас пальцем подру. Наверное, сантиметр 10-12 толщину, ты знаешь. Сейчас будем потихонечку его обкапывать вот так. Да, широкий, слышишь? Отлично. Широковатенький. О, сейчас хоть солнце немножко спряталось. Хоть его стало немножко. Паузу, потому что когда пальцем дотычешь, видно, как поляга шевелится. Кума. У меня просто идет сейчас съемка. И это не имеет никакого значения. Хорошо. Ты просто понимал, что там шевелится. Показалось. Хорошо. Ну, понимаешь? Мне продолжать съемку. Да, вот с того же ракурса. Я раз. Два, три. Значит, слиток сюда уходит под корни. Огромный слиток, если честно. Под корнями просто лежит. Сейчас будем его доставать потихоньку. Сейчас, что это у нас? Сейчас очищу. Это блин? Не, это именно слиток. Это именно слиток. Фух. Именно слиток. Огромный. Наверное, сантиметров может быть до 40 в длину. Такой толстый. Я так его уже пальцами попробовал. И ты знаешь, мне кажется, там еще есть. Я тут дальше ножом ткнул, чтобы уперлось такое тверденькое. Просто жарко очень работать, если честно. Сейчас будем, так, покажу вам его. Сейчас будем дальше работать. Наверное, знаю, что все-таки будем просить вас ставить лайки. Если будет интересно, покажем продолжение. Не интересно, значит, тогда зачем мы будем тратить время? То, что нужно быть, нужно, наверное, придется копать до ночи, понимаешь, раскапывать. Сейчас более яму такую делать широкую. Поэтому давайте, Викинг, ставьте лайки, подписывайтесь. Очень, для нас очень важно. Такие классные находки. Очень необходима ваша поддержка. Это нас классно мотивирует. Давайте всем пока. Викинг, классное приключение вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал. Что, заканчиваем, да? Ну, я думаю, что надо... Сейчас, я прошу, подожди, сейчас. А теперь сейчас, подожди, сейчас, 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 достанем, потом... сейчас. Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас, да, я заснимаю. Ну, так я тоже ставлю на паузу. Сейчас вот...
Ты не понял, мы сейчас можем уже отмотать, мы сейчас можем сделать, слабать видео, понимаешь? Только в тень сейчас падает, только тень, пожалуйста. Чтобы не падало, сделай. Так, сейчас, смотри, прибор сейчас возьму, подожди. Давай. Сейчас. Вытащил все-таки этот свиток, наконец-то. Так, он выглядит круто. Огромная яма, сейчас будем дальше копать.